Отличная погода к нашему огоньку. Тут дождь, чей-то тапочек лежит. Теперь это уже игрушка для собак стала. И мои. Я вчера вступила к Касперову мину, теперь у меня мучатся мои там туфли. Мы уже два урока сделали со Скарлетт, и Джошик просто на меня залез. В общем, готов был, чтобы я его укачала спать. Он теперь спит. Я около камина слушаю шум дождя. Это просто красота. Мама высылает фото с ее залы. Супер, просто супер. Мебель белая, стены светлые, шторки белые. Правда, трудно ей было сфотографировать. Сейчас оно темно, ну как пасмурно, целый день. И, в общем, нет такой хорошей прям фото сделать самих занавесок, самого окна. И она говорит, что привези свой отпариватель. Отпарим эти занавески, говорит, мне уже лень их гладить. Ну, так что я думаю, так и сделаем. Я говорю, что много донаций насобирала. И не знаю, будет у меня шанс выехать, но надо бы... Тем более погода, у нас погода будет очень меняться. Завтра вообще будет 37 градусов, это самая высокая температура. Ну, я не знаю, сколько это, градусов 3 может. Плюс ледный дождь. Так что... возможно, достаточно опасная температура. Блин, мои туфли. Ну, это не капец. Ну, это такие, это у меня такие туфли для сада, ничего особенного. Вот. Я уже чай пила с утра. Ну, мне кажется, по-моему, погода зовет, требует второй чашки. Так что пошла я пить вторую чашку чая. Фу, бр-бр-бр, друзья. Свобода попугая. Поехали со мной смотреть на мамин ремонт. Как оно, что получилось. По фоточкам выглядит хорошо, но я думаю, на видео будет еще лучше. Так что поехали. У нас 32 градуса. Знаете, сколько это? Это 0. Это 0. Я думала, что сегодня должно было быть теплее. А уже показывает 32. По крайней мере, моя машина так показывает. У нас камин целый день, мы палим. Красота! Обожаю, обожаю такую погоду. Ну, конечно, лучше, конечно, сидеть дома в такую погоду. Ну ничего, дождь капает целый день тоже. В общем, настоящая такая перемена погоды. Я думаю, после этого у нас листики круто-круто посыпятся. Будут желтеть и сыпаться. Это как переломный период на данный момент. Переходной возраст. Ладно. Едем. Ну, какой? Вот это? Нет, как? А тут был старый. Это еще не все. Ну, значит, в следующий раз покрасим. В общем, мы у бабушки, вы готовы? Сейчас Grand Reveal сделаем вам. Да, давай. Ну, ладно. Вот, смотрите. Я пойду уберу. Ну, не обращайте внимания на ремонтные принадлежности под столиком. Так что сделайте вид, их там нету. Все, видите, и кофейный столик выкрашенный, и тут, и полочка, боже, какая красота, сразу светлее, обалдеть, и эта полочка, и, в общем, девчонки сказали бабушке, что были белые занавески, как и в спальне, так что сейчас мы их выпарим, и будет вот такое. Ну, как по мне, я бы, конечно, длиннее занавески сделала, или ниже карниз, но бабушка сказала, что она не хочет, чтобы Мурка на них прыгала.
Так что хозяйка решает сама. Это все у нас донация идет. Это мне мама собирает. Даже вы эту покрасили. Какие молодцы. Красота. Ма, уйди, пожалуйста, с фотографии. Эйго. А это спальня. Тут еще, ну, вы понимаете, тут еще мы, видите, это все видео, которые у мамы были для... Вот, видеокассеты. Сейчас я посмотрю, если я хочу что-то сохранить или нет. И тоже в донацию. Ну, а вот так. Здесь, конечно, будут шторы. Еще надо докупить, потому что она свои шторы со спальни сюда повешала в залу. Просто будут белые здесь. Ну, вот так. Телевизор тоже отдаем в донацию или да, как? Да, да, фу, я забыла. Давай. Главный это не умный телевизор. Не умные телевизоры у нас идут в донации. Это тоже надо им отдавать, да? Ну, если это с телевизором, конечно, по-моему, надо. По-моему, он. Я не помню. Понятно. Ну, и Анжеликина комната, она почти без перемен. У нее единственное, что вот покрасили. Ну, стены покрасили, конечно. И вот эту полку для ее обуви. Так что все теперь у нее, у бабушки в одном цвете, кроме кухни. Чай предлагала, но я уже думаю, что я хочу заехать пару мест. А, сейчас едем. Что я никак не застегнулся с этим пальто дубовым. Трудно двигаться. А, сейчас сброшу донацию, гуманитарную помощь, то, что маме не надо, я сброшу в Goodwill. У нее тут есть центр, где просто сбрасывать. Это не магазин. Мы проезжаем мимо, над навесом, люди выходят и все сдаем. Ну, по крайней мере, это так было до пандемии. Я надеюсь, что ничего не поменялось на данный момент. Поехали. Так, донацию сдала. Как-то странно. Тетя выходит с этим вазочком, но не выходит за сам порог. Я такая, ну ладно, я давай складывать ей сумки в этот вазочек. Возвращаюсь за другими, вижу, она все глубже идет вовнутрь. Я так думаю, я что-то не по правилам делаю, расскажите мне, знаете. Я так думаю, я давай ей тогда в руки всовывать. Она типа берет, но как-то с такой опаской. Я так, ё-моё. Вообще вы проходите через кучу вещей здесь, это я должна опасаться. Потом какая-то помоложе женщина вышла, и мама телевизор уже свой сдала, помогла мне с телевизора. Ну и, короче, на этом закончили. Я так и не поняла, что это было. Это был коронавирус, друзья. Знаю, что тут происходит. Какая-то авария. А, уже загружают машину. Я думала, что-то интереснее будет, включила камеру. О, прям к забору там кто-то выехал. Ну, погодка такая, что надо смотреть и смотреть. Короче, ехала я, ехала под этим дождиком красивым и приехала за семечками в русский магазин. Надо сразу две сумки покупать, а то я все езжу и езжу. Так, рассказывай, что я купила в русском. Вафли для тортика, что-то меня пробило. Хочу вафли. Опять то же самое. Червячки, вермишель для детей. Вареную сгущенку уже вареную. И семечки. У них только соленые. Купила от Мартина. Это единственное, что у них было в выборе. Надеялась на ненасоленые. Ну ладно. Как говорится, на безрыбье и рак рыба. Едем домой. Будут семечки.
уже подъезжаю было к дому. Муж звонит, потому что мы там разговаривали насчет, что надо бы подкупить некоторые продукты, но он говорит, я сам пойду. Он говорит, я, говорит, уже пару раз вышел во двор, видно, за дровами. Никуда я не хочу, если ты не против. Я говорю, я не против. Так что я еду в Алди за продуктами. Не видите, вы видите, не видите, я вся вымокла, я вся мокла. Отличная погода, отличная погода для камина. О, Боже. Ой. Сегодня обзора продуктов не будет ни в доме, ни в машине, нигде. Да не, говорит, я подготовил стол и дезинфицировать, и вообще, ну вот, и вот. Не знаю, где он их подготовил, ну капец. Я думала, я купила эти вайпсы, думала, заодно буду протирать и сразу складывать. Ага, протирать, я их сразу и выкупала. Капец, капец. Это вам непонятно, потому что оно в гульке, а так это просто капец. Уже огонь потух, безобразие какое, мама пришла. О, включила газ, это капец. Руки оживают. Итак, пришло время для комментария дня. Я даю этот титул сегодня Роману Сикора. Он написал: Марина, порассуждайте, пожалуйста, о том, почему люди, которые выиграли зеленую карту, через какое-то время уезжают обратно на родину. Роман, огромное спасибо. Завтра мне даже не надо будет искать какого-то там вопроса. И я порассуждаю. Продолжайте в том же духе. Помогайте мне, о чем порассуждать. Ну, а я буду закрывать ох. Огромное спасибо за просмотр, вашу поддержку, комментарии, лайки, подписку и просмотр рекламы. Я желаю вам спокойной ночи, до новых встреч. И бай-бай. Thank you.